Всем привет! С вами Наталья на своем канале «Сад и огород круглый год». И сейчас я у себя в саду, возле ранней абрикосы, которая называется Early Blush. Но показываю вам абрикоску, которая попадала. Да, я ждала ребенка с лагеря, хотела, чтобы полакомился он в первую очередь. А было на этом молодом дереве всего лишь 14 штучек. И вот я вам показываю, там осталось еще два абрикоска осталось. Вот здесь вот третье. Все они попадали, то есть они переспели. Сегодня 26 июня, и абрикоса переспела, она уже упала. То есть я видела на той неделе, что она уже была спелая, но, как я сказала, я ждала. Поэтому в нашем регионе, это центральная Украина, это Винница, Early Blush поспевает числа 22-го. То есть 22-го это уже полноценные плоды. А вот 26-го, как я показываю, что они практически все попадали. То есть они уже переспевшие. Хотя в этом году все запаздывает. Весна была поздняя, и все опаздывает дней на 5. Поэтому кто заинтересован посадить ранний сорт, вот Early Blush в нашем регионе, как я говорю, поспевает числа 20-го, даже 18-го. Вот как в этом году. А 26-е мы уже собираем с земли. Как видите, вот абрикоска. Ну, что сказать. Показывать особенно вроде бы и нечего, да? То есть вот голое дерево, так сказать, молодое, но очень все-таки хотелось снять, только потому что... Сказать, что это очень вкусная абрикоса. И тот, кто заинтересован и хочет посадить себе ранний абрикос, я смело могу порекомендовать, что это очень вкусный. Это французская селекция. Вот такая вот абрикоска с красивым румянцем розовым. То есть не желтый абрикос, а с красивым оранжевым, с таким розовым румянцем. Ну, это еще не все, а на вкус. Вот я сейчас снимаю, который остался, но он тоже настолько переспелый. Вот я сейчас вам раскрываю. Посмотрите. Вот мякоть. Мякоть этого абрикоса. И очень-очень вкусная. То есть мы вот пробовали эти абрикоски, как я сказала, считанные были, всего лишь 14 штучек. И то вот наверху они все были. Да, их было больше. Но весной был приморозок. И вот немножечко опали завязи. Но вкус абрикоса просто обалденный. У меня есть чем сравнить. Потому что попытки посадить ранний абрикос были и раньше. И уже довольно-таки большие были деревья, и мы их убирали. То есть было ранний, намного, я не скажу, какой сорт, я уже не помню, но два сорта у нас было. То есть мы подсаживали, все искали ранний сорт. Кислющие до невозможности, даже в спелом состоянии. А вот этот вот Early Blush я вам передать не могу. Сочный, течет с него, вкусный, крупный очень. Он, ну, грамм 60-70, вот такой вот абрикос. Очень-очень вкусный. Поэтому у вас еще есть осень, на весну поищите обязательно саженцы Early Blush, потому что абрикос просто обалденный, ранний-ранний абрикос. Всем желаю удачи, была с вами Наталья, пока!